Доброе утро всем подписчикам и зрителям моего канала «Одесса», 15 января 2023 года. Слава Богу, сегодняшняя ночь в Одессе прошла спокойно. За всю ночь не было ни одной воздушной тревоги, в городе не звучало никаких взрывов, за область тоже ничего не сообщали. И по информации, которая известна на сегодняшнее утро, ни в Одессе, ни в Одесской области за прошедшую ночь прилетов нет. Что со светом? Свет дали вчера, уже после 10 часов вечера, ну лично у меня дали его ненадолго, на пару часов. Всю ночь света не было, и вот сегодня с утра, где-то часов 7, может даже 6:30, свет снова включился. Так что свет в Одессе есть. Есть высокая вероятность, высокая угроза того, что Россия нанесет очередной ракетный удар по территории нашей страны, возможно даже сегодня или завтра. Как я сообщал в своем вчерашнем видео, что по моим подсчетам Россия не выпустила вчера все ракеты. Было выпущено чуть больше 30, там 35-33 ракеты. А подготовили они как минимум в два раза больше. Поэтому, как и в предыдущий раз, когда атаки были 29 и 31 декабря, они могут раздробить их, так сказать, на две волны. Вчера была атака ракетная, и вот в ближайшее время может быть очередная. Поэтому огромная просьба всем реагировать на сигналы воздушной тревоги. В Днепре уже 17 погибших. Продолжаются разборы завалов. Обстановка ужасная. Берегите себя, берегите своих близких. Всем мирного неба, хорошего дня. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новую информацию. До встречи. Всем пока.